учебному году многодетные малоимущие семьи с детьми могут получить социальную поддержку. Для малоимущих семей в Нижегородской области предусмотрена ежегодная единовременная выплата к началу учебного года в размере 1176 рублей на каждого ребенка. На деньги можно приобрести учебную литературу, письменные принадлежности, школьную и спортивную формы. Выплата предоставляется на детей, которые обучаются в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижегородской области. Чтобы получить выплату, семья должна состоять на учете в органах социальной защиты населения. Что такое малоимущая семья? Это, значит, семья, у которой среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум в Нижегородской области, который на данный момент, в 2024 году, установлен в размере 14 339 рублей. Также у малоимущей семьи есть право на ежемесячную денежную выплату на питание детей в размере 1059 рублей. Все меры поддержки предоставляются на период обучения ребенка в школе с сентября по май. Также меры социальной поддержки оказываются многодетным семьям. Согласно закону Нижегородской области, дети из многодетных семей получает также выплату ежегодную единовременную к началу учебного года в размере 1176 рублей. Также на питание выплата ежемесячная в размере 1059 рублей. И у них дополнительно выплата на проезд 791 рубль. Выплата на проезд ежемесячная и выплачивается в течение всего учебного года. Семьям, которые относятся к той или иной категории и стоят на учете в Управлении социальной защиты, ничего подтверждать и переоформлять не нужно. Но если ребенок перешел в другую школу или у него произошли еще какие-либо изменения, а также если ребенок стал первоклассником, родителям необходимо самостоятельно обратиться в учреждение с документами до 1 октября. Если многодетных обучение старшего ребенка проходит в институте, то до 1 октября они предоставляют справочку, что старший ребенок, который уже старше 18 лет, учится. И тогда тем детям, которые обучаются в школе, также предоставляются меры социальной поддержки. Более подробную информацию о мерах социальной поддержки можно узнать на официальном сайте Министерства социальной политики Нижегородской области в разделе «Пособия и выплаты». Также обращайтесь в Управление социальной защиты населения Сарова по телефонам 981-26 981-32 или по адресу Мира 15. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.